утро. Хочу вас познакомить с моими помощниками. Это продукты, которые позволяют мне быть энергичной целый день, сохранить свое здоровье, молодость и красоту. Первое. Каждое утро у нас начинается со стакана воды, и мы пьем вот такой wellness shake. Наш любимый вкус – это шоколад. Я делаю 3 порции, потому что пьет коктейль я, мой супруг и наш ребенок. Ребенку у нас в этом году будет 16 лет, и мы каждое утро, вот уже на протяжении более 5 лет, мы обязательно начинаем утро с такого коктейля. Он такой, как порошочек, просто мы его разводим с водой. Есть мерная ложечка, и это здоровье для всего нашего организма. Потом все пьют обязательно Wellness Pack. Wellness Pack – это витаминно-минеральный комплекс, это натуральные витамины, которые получены методом сушки натуральных продуктов. Вот это у нас антиоксидант, это морская такая водоросль, которая при неблагоприятных условиях, то есть если на нее попадает ультрафиолет, она становится бурой, такой красный, ее помещают в такую капсулу, и это самый мощный известный природный антиоксидант. Сейчас в период вирусных инфекций, сейчас в период стрессов и простудных заболеваний, это очень важно. То есть антиоксидант, он повышает выносливость всего организма и очень хорошо помогает противостоять всем вирусам. И вот такой вот, вы, наверное, знаете, Мадонна, певица очень известная, вот она принимает антиоксидант, вот этот именно астаксантин. И она говорит то, что это дает ей такую выносливость, такую мышечную активность. Ощущение такое, что ты не устаешь вообще. Вот. И омега-3. Омега-3 – это пища для мозгов. Если проблемы с сердечно-сосудистой системой, то это тоже прекрасный продукт. Если у вас проблемы с суставами, то омега-3, она снимает воспалительные процессы, убирает боль в суставах. То есть это продукт, который хорош и для кожи, и для волос. То есть для всего нашего организма, особенно детям и пожилым людям, потому что омега-3 это для пожилых людей, это профилактика Альцгеймера, это опять же те же сосуды, а для детей это возможность быстрее запоминать, лучше развиваться, очень хорошая память у детей и желание обучаться, потому что образование нейронных связей ускоряется в 100 раз, если без омеги, то в 100 раз меньше, представьте себе. То есть ваш мозг будет соображать, как формула, как болит формула-1. Сейчас я еще пью кальций. Мы покупаем, когда акция кальций. Вот, недавно у нас было такое предложение, и у меня сначала пил мой супруг, потом сын, а сейчас я пью. Вот таких 2 таблеточки. Это аквамарин. Это такой кальций, который тоже, представьте себе, это получается морской кальций, то есть это не какой-то там камень, известняк, а это морская водоросль, которая находится в воде, в море, и она в себя впитывает все витамины, минералы моря, морские, вот, и в том числе кальций. И потом эту водоросль, ее добывают, она выглядит как такая морская губка, и ее помещают вот в такие вот таблеточки. И кроме того, что она содержит вот этот аквамин, то она еще содержит витамин D и еще 72 дополнительных микроэлемента, потому что это тоже натуральный продукт. И вот сейчас я еще пью Акваглоу. Это напиток для кожи, для того, чтобы кожа была увлажненная, для того, чтобы сокращались морщины. Я специально приготовила водичку, чтобы вам показать. Значит, вот это вот открытый порошочек, 200 мл воды, мы туда засыпаем, пахнет брусникой, содержит керамиды пшеницы. Керамиды – это вещества, которые, как цемент, они, вот между нашими клеточками кожи есть вот такой, скажем, цемент, который, вот видите, слово керамида, оно очень даже похоже на цемент. Керамиды, да? Получается, что вот эти керамиды, они заполняют брешь между клеточками и не дают так коже быстро терять влагу. Вообще у нас от природы эта способность есть, но с возрастом керамидов становится меньше, и мы больше высыхаем, скажем так. Высыхаем. Начинаем пить, и у нас сразу появляется такое ощущение увлажнения кожи. Вообще, первоначально думали, как бы этот продукт сделать в виде крема, но снаружи, если наносить керамиды снаружи, они так не работают, как изнутри. Вот, и вот такой напиток, тут 15 штучек на 15 дней, вот таких 15 сэше.
Сегодня у меня второй день я пью. Вот. Ну и тоже, когда есть предложение хорошее, я пропиваю. Два раза в год получается. Все, ваше здоровье. С нашими продуктами быть здоровым, энергичным и, скажем так, наполовину больше сделать день. Ну вот если обычный человек приходит домой в 6 часов и уже уставший такой, еле-еле что-то делает по дому, то до 10, до 11 будете настолько полны энергии и сил, будете лучше работоспособны, на работе будете больше успевать, можно еще заняться дополнительно бизнесом каким-нибудь и приносить гораздо больше и пользы, и финансовой пользы, ну и пользы людям. Вот. А вот эти помощники вам помогут, как и мне.